На днях Юлия Барановская вышла в свет с новым мужчиной. Поклонники телеведущей принялись гадать, кем является новый спутник звезды, обнаружив в нем сходство с известным стилистом. Что происходит в жизни обманутой и покинутой экс-супруги Андрея Аршавина, узнали дни. Ру, в личной жизни Барановской начинается самое интересное. Есть женщины, которым положено быть замужем, и Юлия, одна из таких, вижу, впереди новый брак. Но так как телеведущая уже научена горьким опытом, то в ближайшее время она будет выбрать себе пару, исходя из других психологических характеристик, чем те, которыми обладал Андрей Аршавин, рассказала дни. Ру-таролог, ясновидящая Марьяна Абравитова, гадалка отметила, что жить Юлия все же будет в России, переезда за границу я не вижу. Здесь ее друзья, интересы, работа в конце концов, причем карьера сейчас находится в стадии подъема. Безусловно, в России у нее больше возможностей, нежели за рубежом, уверена медиум, карты Таро показали, что у Барановской очень много поклонников. Но, несмотря на это, она на бессознательном уровне люто ненавидит мужчин, поэтому пока ей сложно вступать в какие-либо отношения, неожиданно заявила Абравитова. Но чуть позже Юлия встретит очень душевного и понимающего человека, заметила ясновидящая. Кстати, главным достоинством мужчины телеведущая считает его самодостаточность и состоятельность, поэтому голодранца рядом с ней мы точно не увидим. С другой стороны, ей будет очень сложно с сильным мужчиной. Юлия – женщина-контролер, поэтому ей нужен ведомый мужчина. Это качество для Барановской не менее важно, чем умы прочие таланты, резюмировала Абравитова.